Надо, наверное, заметить, насколько я знаю, сам начальник департамента таможни не пострадал. А раз не пострадал, видимо, он очень необходим нынешнему премьеру на этой должности. В таком скандальном случае порядочный человек, я его вообще не знаю, как он выглядит, мне это не интересно, но порядочный человек, наверное, должен был бы подать в отставку. А если он не совсем порядочный, то для этого должен был премьер-министр предложить ему подать в отставку вследствие такого огромного скандала.